А что ищете? Что такое? Что случилось? Вот выходной день, один единственный. Управление экономической безопасности, противодействие коррупции. Здравствуйте. Проводим оперативное застное мероприятие, обследование помещений, участков местности. А что ищем-то? Ищем незаконно добытую охотничью продукцию, рыбную продукцию, бивни мамонта, понты оленя. То есть предлагаем, если это что-то есть, выдать перед началом обследования. Где? Телефон. Давай сфотографируем там. Может, там стоит, да? Еще патрон. Как вас зовут? Александр. Отчество? В любом случае изымаем протокол осмотра. Можно уточки убрать. Типа монтажечки наши, да? Ну. Вот эти найденные патроны ваши? Мои это половина, наверное. Я бросил-то так. Половина какая из них? Вон пачка была у меня. А остальные чьи? Эти-то, наверное, от пачек-то, второй пачки-то не было. А оружие где тогда? У меня оружие в поселке. В поселке? Говорю же, в поселке у меня, на сейфе все таскать. Так, что на оружие? Стоянку шить, блядь, мешок. Охотничий стан. Это, значит, место с координатами сейчас. Там можно просто направление на озеро России. Нет, почему? С координатами. Патрик. Четыре туши оленя. Так. Берут только ляжки. Все остальное бросают. Точно, смотри, ляшек, задний ляшек нет. Все.
знает, по какому берегу они лежат. Здравствуйте. 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 Много грибов набрали? Да. А? Нормально. Кто добыл? Я добыл. Вы добыл. Так я или мы? Кто? Я добыл. Вы добыли? Одного оленя? Одного. С ружья? С ружья. Число сегодня знаете какое? 29 июля. Ответственное знаете за это нарушение? Без понятия. Ну догадываюсь. Догадывайтесь. Красавцы, а?